Нашему Лаздею уже 6 лет. Ёлпалы. И чё? Ну ничего, а мы все так же. Ходим на рейды. Печка ТВ представляет. Рейд базы Плауэр 96-75. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем рейдить базы в Last Day спустя 6 лет. Я когда сказал спустя 6 лет, мне прям страшно стало. Почему? Я не знаю, ты мне скажи. Ха-ха-ха-ха! Максимально простая база. Никакой тебе чоппер стены, короче, ничего не надо, да? Можешь вот здесь ломать, можешь вот здесь ломать, где хочешь, да? Тут везде чемоданы. Поехали сразу, да? Чё думать? Оу! Видишь, да? И чё? Ну и всё как бы, и пошла жара. Кожиедики не пройдут. Хотя мы могли с тобой и чоппер стену установить, да? Нам вообще насрать. Так, а вот тут, а вот дальше я уже как бы не пробивал, да? Я не смотрел, куда рейдить, поэтому давай. Вслепую действуем. А чё не смотрел? Да чтоб хоть какой-то интерес был, слушай. Ой, ну хорошо, хорошо, да? Давай вот эти чемоданы вскроем сразу. Что такое рейды в нашей жизни? Рейды — это все халява, да? Как бы смотри, да, вот казалось бы, что-то какая-то помойка. Ну тут ничего можно из этой помойки-то выделить, много интересного. ТПшиться на базу я не буду, потому что у меня и так все есть. Блин, неплохо, слушай. Я могу даже комплект своей чудной брони не ломать, да? Какой рабочий. Я ей дорожу очень сильно, поэтому давай вот так вот. Бомжи, бомжи! Блин, можно было альфочку брать. Слушай, смотри, Собакин слегонца мешает рейдить, верный друг. Но когда именно устанавливаешь чоппер стену? Если вот подобная ситуация, как сейчас, надо было брать Собакина, конечно. Она вообще легко просто разложит. Блин, ну туда не пускают нас, да? Давай вот здесь пройдем. Чик. Ой, хорошо, хорошо. Дубы — это хорошо, это восхитительно. Билетики, да, флешечки, смотри, что. Ну так по мелочи, да, ну так неплохо. Опа, а это я удачно зашел. Вода есть тебе надо, да, если ты не VIP. Че там, кто там? Это вы, мужчина. А я уж думаю, что за дела. Забыл, потеряшка какой-то. Говноед в обостранных штанах. Почему ты всегда говоришь, что они в обостранных штанах? Мне до сих пор поступают такие комментарии. А ты сам подумай. Он кожиед, кушает, да? А инстинкты у него только жрать. А куда он ходит? Да в штаны он серит, прям в штаны. Поэтому да, как бы запах от этих ребят еще тот. Если так подумать логически. Так, поехали. Прорубаемся. Что-то какая-то большая, блин. Вау! Стоять! Чё это? Блин, класс, да? И это ловушка. Шумовая, блин. Молодец. Два камнетёсных станка. Ну, это вообще дно полное. Хочешь, ломай их? Я лучше на улице там что-нибудь сломаю. Ну, запрятал, негодяй. Чик. Не, ну хорошо, да? Я доволен как бы. Уже так нормально повытаскивали. Печушки еще, грядочки надо будет вскрыть, да? А че, далеко собрался-то, говнарь? Эта территория, блинчики, моя. Мужчинки. Хорошо. Так, ну че, ну че, ну че? Еще раз, да, продублирую, покажу тебе лут. Вот верстак, да, швейный. Я, слушай, не хочу его даже ломать. Почему? Да тут... Ну, что там будет? Ткань, гвоздики, блин, вообще дно. Давай сразу, да, по главному. Чик. Ну, как бы, да, разрушитель хоть и добитый. Гаечный ключ, это, я считаю, это ценность.
такая нормальная. И оп, хорошо, 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 блин. А микросхема как бы вообще хорошо. Прям вообще. Золото, кстати, да. Теперь золото нам нужно. Потому что теперь появился верстак лаборатория. И что в нем делать? Электронные всякие штуки-дрюки. Это вообще грязь просто. Да, если ты смотришь этот рейд, это современный рейд. Это не какой-то там бородатых времен. А прям современный-современный. Так, давай грядочку откроем, да, и посмотрим, что будет. Так, 80 шума, отлично. Убиваем вот эту последнюю толпу. Открываем ящик, да, и все красиво. Печку тоже сломаем. Готов был. Топорики потратил все обычные. Ой, вообще ништяк. О, хорошо, да? Щедр балды. Так, 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 ну и что, остаются печушки только, да? И вот верстачки еще, разве что. Билетики, да? Блин, у меня просто этих билетов реально штук по 500-600 в запасе. Как и красных тоже немерено. Ну и все. Печушки, костры. Что там еще было? Водосбор... Что это такое? А это что за комната? Ломаем. Уездеход. Блин, капец, зачем забором-то закрыл, мужчина? Так, теперь две печки не сломаем, да? Я что-то... Давай тогда все посмотрим. А здесь вольер. Угу. Все. Ёки-паки. Прикинь, сейчас бы бамс, а там чемоданы. Много чемоданов. Отлично. Че отлично? Шума еще нету. Поэтому... А ты чё сломал-то сразу? Мужчина, отвалите, пожалуйста. Ну, ладно, короче. Нормалды, нормалды. Держи её. В верстаках могло быть дерево, а может быть даже дубы. Но мне кажется, и так отлично. Важно, что мы закончили этот рейд. Мы набрали всего-всего. Ты всегда берешь чуть-чуть лечения, чуть-чуть ресурсов. Вот всегда-всегда. Поэтому не останавливайся, рейди. Ну и второй важный момент. Самый важный. Закончил один рейд, начинается подготовка ко второму. И это бесконечно круто. Оп, похоже на правду, я знал, что тебе можно доверять. Ёлпалы, 6 лет, а они все такие же наивные ребятишки. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, конечно же, оцени лайком. Еще не подписался? Подписывайся на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые каждый день проходят на площадках Twitch, Трова и YouTube. Удачных тебе рейдов. Пока-пока.